Бенум карат нипатитам скхалитам сиханьям. Бенум карат нипатитам скхалитам сиханьям. Брастан чапитавасанам баджараджасуну. Баджараджасуну. Джасайка катакша сарагат вимурчитасья. Сарадика Париджарами Кадарасена. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сидданто. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сидданто, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что стать пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами – это наша наивысшая цель. Мы, Гаудии, у нас есть наша наивысшая цель – это стать пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами Пада. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что если мы будем изучать весь Бхагаватам 18 тысяч шлок, и если мы не увидим там следа Радхарани, то наше изучение Бхагаватам, оно бесполезно. Если мы будем изучать Шримад Бхагаватам Махапурану все 18 тысяч шлок, и если мы не увидим Радхарани там, имя Радхарани, то тогда мы должны остановить наше изучение Бхагаватам, поскольку оно без, такое изучение будет бесполезным, поскольку Шримад Бхагаватам Махапурана – это Вайшнаванам Данам, это богатство Парамахамс. Для них это единственное сокровище. Это не значит, что любой может взять и пытаться какие-то удобства получить из этого Бхагавата. На самом деле Шрила Прабхупад говорит, что до тех пор, пока мы не разовьем огромное чувство разлуки, то тогда наш Гаудия Бхаджан, он бесполезен. Когда мы сможем понять, что наш Гаудия Бхаджан, он стал совершенным, и до тех пор, пока мы не будем чувствовать, до тех пор, пока мы не почувствуем сильную разлуку, чувство разлуки к Радхагавинде, особенно к Радхаране. И вот до тех пор, пока мы не почувствуем такую разлуку, то наш баджан, он бесполезен. И Ачарьи Самбанти Абхиде и Прайоджан Татва, я говорил об этом, Прайоджана Татва Према, Кришна Према, это наша наивысшая цель, наше наивысшее богатство. Шрила Рагхунат Дас Госвами, день и ночь он плачет и повторяет такие слова. О, Радхарани, пожалуйста, дай мне надежду достичь твоих лотосных стоп, иначе я умру, поскольку я твой. Я это... Я думаю о себе так, как о твоей, я думаю, что я твой слуга, а ты мой единственный господин. И вот это слово «Тавай Асми» значит, что я твой слуга. Без каких-либо вариантов, без тебя я умру. И, пожалуйста, забери меня, дай мне надежду обрести твои лотосные стопы. И это
молитва Гаудия преданного. Это слоган, это девиз Гауди. Все время они плачут, поскольку Гаудия Баджан значит, Рупануга Баджан значит, это чувство разлуки. Если мы просто наслаждаемся всем, это не настроение Гауди и наша Гурварга. Они день и ночь плачут, поскольку Гауди Баджан значит это плач. Гауди Баджан значит это разлука, молитва в разлуке. И без этого чувства никто не может совершать Рагануга Баджан, особенно Рупануга Баджан. Это невозможно. И в начале всего мы хотим узнать, кто такая Радхарани, поскольку если мы не сможем понять славу Радхарани, мы не будем чувствовать необходимым принести нашу жизнь в жертву ее стопам. Если мы сможем понять значение величия славы Радхарани, тогда мы станем готовы отдать нашу жизнь ради нее. В Бхагаватам, в Сканда Пуране, где нет, описывается, что Радхарани. Что значит Радхарани? Это прекрасная девушка. Нет. В Сканда Пуране говорится, что будьте уверены, Кришна это Радхарани, а Радхарани это Кришна. Вот там используются слова са, эваса. Нету какого-то отдельного существования Шри Кришны без Радхарани. Сваруп Шакти, она всегда находится с Кришной. Сваруп Шакти, она всегда находится с Кришной. И иногда мы можем видеть, иногда можем не видеть. И когда мы видим, то вся Лила Вилас, иногда Радхарани может быть скрыта. Лила Вилас значит Кришна вместе со своей Сваруп Шакти, он может являть какие-то лилы. Только тогда, когда Кришна, он являет себя, то есть Сваруп Шакти являет отдельно от себя, и в этом случае они могут совершать лилы. И те майявади, они не признают, что для Сваруп Шакти возможно находиться отдельно.
И они думают, что если у Сварупшакти может быть отдельная личность, кроме как Шри Кришна, то тогда мы нарушим нашу вот эту теорию Адвайтавады, то тогда Двайтавада получается. И поэтому они Майвади этого не признают. И вот поэтому они не признают, что для Кришны возможно явить такую лилу. Но для Кришны все возможно. Что невозможно для Кришны? Нет ничего такого. Если мы думаем, что для Кришны что-то невозможно, то тогда это значит, что мы не принимаем того, что Он Верховный Господь. Он и Ишвара, и все для него возможно. Если мы будем ограничивать Кришну, что он что-то может, а что-то не может, то значит, что мы, Майвади, мы не признаем его существование как Верховного Господа. И вот что... И вот кто такая Радхарани? Кришна не отлична от Радхарани, а Радхарани она не отлична от Шри Кришны. И вот Шрила Прабхупада говорит, что Кришна это слово, оно значит, Кришна – это верховная личность, которая может привлечь всех. Кришна все бесконечные миры, они привлечены Шри Кришной. А если кто-то не чувствует влечения к Шри Кришне, это из-за того, из-за покрытия Махамаи. И если какие-то живые существа они не покрыты Махамаи, то они стремятся к Шри Кришне, они притягиваются к Нему. Если кто-то не притягивается, то это значит, что они покрыты Майей, как будто изолированы. Я много раз приводил пример, когда железо, оно естественным образом притягивается к магниту. Но если железо ржавое, то оно не притягивается. Ржавое железо, оно не притягивается к магниту. И вот никто не может чувствовать влечение к Кришне, будучи покрытым вот этой Махамаи. И без милости Радхарани никто не может совершать настоящее бхакти. И вот Шрила Прабхупада приводит такой аргумент,
когда весь мир, он должен быть привлечен Шри Кришной. Это естественно, поскольку Кришна — это слово значит Кришна, все привлекающие. И тот Кришна, который привлекает все бесконечные миры, и тот самый Кришна, он привлекается Радхарани и никем иным. И сейчас вы должны понять величие Радхарани. Только Радхарани. Он привлечен само, только Радхарани. И мы должны понять значение ее величия. Никто не может повелевать Шри Кришной, хотя можно видеть, иногда, что иногда Кришна какую-то бхаву являет. Он говорит, что я продан моим преданным. Шриман Махапрабху, он говорит часто так. И вот это настроение возможно для Верховного Господа только, но иногда Верховный Господь говорит, что я... что мои преданные, они управляют мной. Но Радхарани, она может повелевать Кришной полностью. Кришна, он подобен сумасшедшему слону. Никакая сила не может контролировать Кришну, только Радхарани может это делать. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, смотрите, хоть когда Кришна, он может контролировать весь мир, и этот Кришна, Верховная Личность, почему он слушает Радхарани, почему он находится в ее власти? Кришна, он открыто сказал, что она мой гуру. Мы говорим, что Кришна Ванде Джагад Гуру, что Кришна Джагад Гуру, он учитель всего мира. Но кто его гуру? Как можно вспомнить, что Ачютананда, когда он был маленький, когда кто-то спрашивал Адвайта Гасая, кто гуру Чайтанья Гасая, и он говорил, Then Advaita Gosai, catch a boy and kissing, you are my guru. Taking a lap and kissing, you are my actual guru. А в общем, это чудо, он... Father, you are speaking, guru of Chaitanya Gosai is this, and we never hear his supreme lord, who can say his guru is who? А он спросил, что как можем... сказать, что кто-то гуру самого Верховного Господа, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он сам Верховный Господь, и кто же может быть его гуру? И Адвайта Гасай тогда взял его, обнял и сказал, что ты мой гуру. Из-за того, что этот маленький мальчик сказал такие умные слова, но все же Верховный Господь, для того, чтобы показать нам пример, он принимает гуру в своей жизни. И И вот Радхарани, говоря искренне о Радхарани, это гуру Шри Кришны. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, и вот говорится, что Radhika's prem guru, Radharani is a guru, his prem is guru, her prem. And I am disciple. Whenever Radharani is giving me indication, do, then I am going to dance accordingly.
И вот смотрите, Шрила Прабхупад говорит, можно понять значение Радхарани, поскольку она Гуру Шри Кришна. И Шрила Прабхупад говорит, что Радхарани, она может полностью контролировать Шри Кришну. И Кришна, Он Верховный Господь. Он Севья. Он тот, кому служат. И Кришна, Он такая изначальная Верховная Личность. И весь мир – это Его… Это то, что служит Ему. Кришна, Он Верховный, наслаждающийся. Мы не можем сказать, что Кришна, Он Верховный, наслаждающийся, и мы тоже, но нет. Кришна, Он единственный, высший, наслаждающийся. Никто не может быть таким, как Он. И вот во всех бесконечных мирах, все бесконечные миры – это то, чем наслаждается Шри Кришна. Если Кришна хочет наслаждаться нами, и когда Кришна хочет наслаждаться нами, тогда, когда мы обретем прекрасную форму по милости Рупа Госвамипада. По милости Рупа Госвамипада, если мы обретем прекрасную форму, почему я… Почему я использую это слово? Все дживатмы, они шакти, и я не… Я сидя на Вьясасане, я не совершаю никакой ошибки. Шрила Прабхупад вдохновляет меня, и поэтому я говорю все правильно. И вот все дживатмы в своей сварупе, они шакти, они энергия, а шактиман, он Кришна. И если я говорю такие слова, то это правильно. Мы должны обрести прекрасную форму, чтобы Кришна, Он захотел наслаждаться нами. И это наша наивысшая цель. Будьте осторожны. Если мы будем думать, что мы делающие, мы наслаждающиеся, и это есть причина того, что мы находимся в обусловленности из-за нашего материального рабства. Никто не ответственен, только мы сами. И мы должны думать снова и снова об этом, почему мы обвиняем кого-то. Если мы не совершаем достойный Кришна Баджан, то мы найдем много всяких привлекающих, много ошибок, каких-то недостатков в этом мире. Но главный недостаток в нас. Туласи Дас, когда он прославляет преданных и в то же самое время прославляет также непреданных, даже тех, кто нападают на преданных демонов. Туласи Дас, он говорит, что те, кто преданные, и те, кто не преданные, и те, кто против преданных, я прославляю всех. Почему? Поскольку у всех у них есть очень похожие качества, поскольку они все приносят мне боль. Почему? Поскольку если вайшнавы уходят, я чувствую боль разлуки, а когда какие-то бесполезные люди приходят ко мне, то мне очень тяжело с ними встречаться, я чувствую боль, и какие-то опасные люди приходят ко мне. Тоже для меня это очень болезненно встречаться с ними. А когда вайшнавы уходят, то я чувствую тоже боль разлуки. И поэтому у них есть одно такое общее качество, они все приходят больно. Вайшнавы, когда уходят, а остальные, когда приходят. И вот в читании Чайтамрите говорится, когда закончился Рай Рамананда Самвад, Махапрабху спрашивал Рай Махаша,
вопросы для нашего вечного блага, чтобы у нас было ясное представление о всех таттвах. Махапрабху спросил, But Mahaprabhu asking, Viraha Madhye Kun Viraha Hai Guru Taro. Guru Taro means superlative, positive compared to superlative. Topmost feeling of separation. И какое же чувство дает нам самое большее чувство разлуки? И вот он отвечает, когда чистый вайшнав уходит из этого мира, когда мы теряем общение с таким вайшнавом, то это самое тяжелая разлука. И нет ничего более болезненного, чем разлука с вайшнавом. И вот, чтобы обрести милость Сварупшакти, чтобы обрести милость Сварупшакти, мы должны обрести милость от тех, кто служит Радхаране. И после того, как мы изучили Бхагаватам 18 тысяч шлок, кто-то спрашивает Шрилы Прабхупады, что, смотрите, мы не находим имя Радхарани Бхагаватам, а вы так много говорите о ней. Шрила Прабхупад, он ответил, и Шрила Прабхупад сказал, если вы изучаете Бхагаватам все 18 тысяч шлок, и вы не находите имя Радхарани там, а для кого там должно приводиться имя Радхарани? Для таких глупцов, как вы? И что вы думаете? Имя Радхарани там, оно очень скрыто дано. Вот в этой шлоке. В этих четырех шлоках Бхагаватам Кришна говорит Брахме, о Брахма. Вот. Это слово не просто гучья, а не просто сокровенное знание, а самое сокровенное. Вот это слово используется. Парамам гухьям, как-то так. Вот, парамам гух, вот это слово парамам используется. Это значит самое сокровенное знание. Не гьяна, а вигьяна – это чувство, это то знание, которое мы должны осознать. Сарахасям. Рахасям значит те лилы, которые Радхарани являются преданными, они более сокровенны. И я открою тебе это сокровенное знание, иначе никто из всех этих 14 миров, они не могут обрести это знание. Если бы Шри Кришна Чайтанья Махапрабху не явился в этом мире, то кто бы проявил славу Шримати Радхарани? Who can know this topmost secrecy of Radharani is this, you know, who can know? That's why Krishna giving indication to Brahma. И вот Кришна, он дал указание Брахме. Он сказал, что только я могу даровать тебе это знание, а ты своими собственными усилиями. Никто в этом мире не может своими собственными усилиями обрести это знание. И Шрила Прабхупад
он говорил, для кого же имя Радхарани, оно прямо, прямо может быть дано в Бхагаватам, для таких глупцов, как вы, нет. И поэтому оно дано там скрыто. И однажды Сварупа Госвами был очень возмущен, когда какой-то преданный хотел прославить Махапрабху и Джаганатха вместе, но в его этих стихах было апасиданта, очень неправильное были написаны эти стихи, и он сказал, что иди сначала общайся с чистыми гуру и вайшнавами. И когда ты изучишь сиддханту, философию, то тогда ты можешь писать правильно. И только с помощью общения с чистыми преданными ты можешь понять эту философию, иначе ты станешь сахаджи. Говорит, Махарадж, он собирается опубликовать книги, в которых будет описана вся сиддханта нашей Гуру Варги. И Шрила Прабхупада продолжает, а если бы было имя Радхарани в Бхагаватам, то что бы вы с ним делали? Если бы вы нашли имя Радхарани в Бхагаватам, то какое благо оно вам принесет? Имя Радхарани там, оно скрыто приводится. И если, поскольку имя, оно само сокровенное, имя Радхарани, оно очень сокровенное, не то что... Not that, material syllable you are going to utter, not that. If you are going to speak Radharani, but only speak Radha, then before speaking Radharani, если мы произнесем только первый слог Ра, из ее имени, то Кришна, он придет к нам. И в этот день Радхаштами, в это тысяча экадыши врат, оно не может сравниться с одной Радхаштами враты. Насколько великий этот день. Тысяча экадыши, которые лучше из всех обетов. Описывается, что экадыши лучше из всех обетов, но тысяча экадыши, оно не сравняться с славой Радхаштами. Я пытаюсь дать вам представление об этом, но это зависит от вашей способности принять это. И вот о Радхаране, вот в этом писании говорится, вот это слока. И это величий статус Радхарани. В этой шлоке он описывается из лотосных стоп Радхарани. Все деви, все богини, бесконечные Вайкунтхи. И там все Лакшми и в Двараке, и в Мадхуре, все деви, они исходят из лотосных стоп Радхарани. Падма Джарчите. Что это значит?
В различных писаниях можно найти различные указания. О том, как и явилась Радхарани. И вот в Гарга Самхите говорится, что когда он Вришабану Махараджу пошел принимать омовение в Ямуне, то в одном из лотосов, которые там проплывали, он увидел прекрасную девочку, которая сияла как десятки миллионов солнц, но сияние оно не было жгучим. И Вришабану Махарадж взял ее, поцеловал и пришел. И в Падмапуране говорится, что Вришабану Махарадж обнаружил Радхарани на поле Яги. И время от времени Радхарани может явить различные лилы явления в различные манвантары. Она может по-разному являться. И мы не должны сомневаться, почему в Гарга Самхите так говорится, а в Падма Пуране по-другому. И в Чайтанья Бхагаватам по-третьему. А вот там описывается, что Данду Махапрабху в Суварнарекхе или Тиндади Баги сломали. Вся татва Сиддханта, она должна быть совершенна. И никакой Сиддханты мы не можем найти, которая отличалась бы от Сиддханты Вриндаванадаса Тхакура. Но это Дандабанга Лила. Она описывается, что в одном писании, что в одном месте, а в другом, что в другом. И вот те, кто пишут комментарии, те какара, они описывают, что Вриндаванадаса Тхакура, когда он видел эту лилу, он видел это так, а вот другой преданный видел, что ее сломали в другом месте, поэтому мы не должны сомневаться, что кто-то из них не прав. Они оба правы. То есть один раз сломали в одном месте, другой в другом. И Шрила Прабхупад говорит, если бы было имя Радхарани в Бхагаватам, то какое благо вы бы получили от этого? Мы должны изучать Бхагаватам не прямо. Мы должны изучать Бхагаватам по милости Гуру и Вайшнавов. Это наставление Сваруп Гасая. Идите и изучайте Бхагаватам под руководством чистых вайшнавов. Сначала примите прибежище чистых вайшнавов, и когда мы сможем узнать Сиддханту, только тогда, когда мы будем общаться с Чайтанья Паршадами, со спутниками Шримана Махапрабху. Чайтанья Паршад не знает, что во времена Чайтанья Махапрабху те преданные, которые там были, нет. Как Шрила Бхактивинода Тхакура, он явился в этом мире поздно, но мы не можем говорить, что он не спутник Верховного Господа. Кто, какого же определения спутника Шримана Махапрабху? Как Шрила Прабхупад, он тоже позже пришел, и Шрила Кешава Госвами Махарадж, но мы не можем утверждать, что они не спутники Верховного Господа. Они спутники, несомненно. Иногда спутники Верховного Господа являются перед его явлением, иногда после ухода Махапрабху, или после его явления, иногда вовремя, чтобы все они являются, чтобы очистить это место и все обстоятельства. И поэтому кто сказал, что Бхактивинода Тхакура не спутник Верховного Господа? А что такое Паршад? Вот в этой шлоке говорится сочетание Манобиштам. Если они могут исполнить желание сердца Шримана Махапрабху, то тогда это главный признак того, что эти преданные, они спутники Верховного Господа. И, а кто это может сделать? Только те, кто его настоящие паршады, его спутники.
И вот в бесконечном мире, в Гималаях, Химадриджа, а кто-то там? И Шрила Прабхупад хотел прояснить это, что имя Радхарани, оно в Бхагаватам, а если более точно, что весь Бхагаватам, оно прямо или косвенно прославляет Радхарани. Весь Бхагаватам, вот самых первых шлок, вот с этой шлоки. И вот начиная с Джанмадасья до последней шлоки. И вот с начала до конца Шрила Прабхупад говорит, они все прямо или косвенно, они прославляют Радхарани, да. И как это? Я сейчас объясню, где Мул Санкаршан. Он изначальная причина всех Махавишну. Вся Вишну-таттва исходит из этого Мул Санкаршана, он их коренная причина. И этот Санкаршан, он ожидает какого-то служения для Радхарани. И где-то описано. То есть не все могут это понять. Только те, у кого есть вся милость Гуру Вайшнавов, они могут понять. И вот смотрите, в Санкаршан Баладев Махарадж, они и во Враджалиле, в Расалиле также, как Ананга Манджари. Прямо они не могут там быть, вот Шакти Маторабет, это определение может ясно определить то, что Мул Санкаршан Баладев Махарадж, он хочет служить лотосным стопам Шримати Радхарани, но не прямо, а косвенно, в форме Ананга Манджари. Она младшая сестра Радхарани. Они всегда служат лотосным стопам Шри Кришны. И нет никакого вопроса. Никаких вопросов насчет этого из Баладева Махараджа. Все нити паршада. Будьте внимательны. Все спутники, вечные спутники, те, кто являют свои лилы вместе с Кришной, и даже Нанда Махарадж, они все исходят из Баладева, но никто не знает об этом. Но те, кто гопи, они исходят из Радхарани. Кришна, он Шакти. Кришна, он Верховный Господь. Он Свайамбру Бхагаван, изначальный Верховный Господь. И Радхарани Свайамбру Ишвари. Кришна, он... Кришна Свайамруп Ишвар, а Радхарани Свайамруп Ишвари, они не отличны друг от друга. И из Кришны мы можем обрести все, но из Радхарани все Нарисимхадев, какая-то Шакти Лакшми, она исходит, приходит вместе с ним. Это тоже ипостась Радхарани. Она из нее исходит, и с Варахадевом тоже Лакшми Вараха. Это тоже его шакти. И с каждым аватаром Верховного Господа такая Лакшми, которая его шакти, она тоже является. И они все из Радхарани. Рукмини, Сатьявама, Лакшмана,
и все остальные, они исходят из Радхарани. Пуламаджа — это кто? Это жена Индра Индрани. И все они исходят из лотосных стоп Радхарани. Что говорить еще? И вот Радхарани — это источник всех шакти. Кришна — это источник всех аватар. Jivanti rao miraya yagadandanatha Vishnu mahanasa iho yasu kalavishesho Gavinda vadi purusham tamaham vaja. Okay. But about Sakti, Radha is the source of all Sakti. No, Radhkarani — это источник всех шакти. This is the actual. Now today, и вот сегодня я хочу сказать, Шрила Прабхупад, он хотел объяснить. Он говорит, что прямо или косвенно Бхагаватам — это прославление Радхарани. Поскольку Радхарани, она не отлична от Кришны, и без Шакти, без Радхарани у Кришны нет существования, и без Кришны у Радхарани нет тоже существования. И как, и поэтому они отличны только от друга. И что я хочу сказать, когда я говорю Радхарани и Кришна не отличны друг от друга, то если бы Кришны не было, то тогда получилось бы, что прославление Бхагаватам — это прославление Кришны. Иногда прославление случается прямо или косвенно, например, славу дня можно понять только благодаря ночи. И в Бхагаватам иногда какие-то внешне нехорошие случаи приводятся, но благодаря этому нам дается урок, и все это для того, чтобы мы достигли Кришны Премы. Может, какие-то позитивные или какие-то негативные примеры. И вот весь Бхагаватам дается для того, чтобы мы стали достойным изучать десятую песнь Бхагаватам. Если у нас нет милости, то кто сказал, что мы можем изучать десятую песнь Бхагаватам? Даже Шрила Прабхупад говорит, если мы слушаем или у нас есть возможность изучать Бхагаватам по милости великих преданных, то мы не можем чувствовать вожделение. И все же Шрила Прабхупад говорит, мы должны изучать 11-ю песню Бхагаватам и 12-ю песню полностью, чтобы осознать и принять то, что мы услышали в 10-й песне Бхагаватам. И вот 11-ю, 12-ю песню Бхагаватам мы должны изучать для того, чтобы осознать, принять то, что мы услышали в 10-й песне. И вот эта шлока «Аная Радхита Нунам». Какого значения этого слова «радха», «арадхита»? Арадхито, на? Арадхита, арадхито Кришна. By whom? Это Аная. Аная. By her. То кем? Аная Радхито. Кем? Нунам. Бхагаван Ишвара. Кем? Тот. Так, кем привлекается сам Шри Кришна. И вот, если мы в Бхагаватам не видим имя Радхарани, то мы глупы, поскольку там есть множество намеков, указаний. И вот Шрила Прабхупад говорит, что весь бесконечные миры, они ждут милости Радхарани, чтобы служить Кришне.
Шрила Прабхупад говорит прямо об этом. Радхарани – это наивысшая гуру таттва. Радхарани, она дает нам милость, возможность обрести милость. Радхарани, она всегда. Кришна говорит, Радхарани все 24 часа в сутки. Но это для нас имеется в виду всегда. И вот она всегда, Радхарани, пытается помочь нам достичь Кришна Крипы. Шрила Прабхупада говорит на бенгале, Радхарани сарвада, вот такие слова он говорит на бенгале. И те, кто... И вот это на бенгале говорится, что Радхарани, она всегда пытается помочь нам, чтобы мы смогли обрести связь с Кришной. Это Радхарани. Она пытается помочь нам обрести милость Шри Кришны. И в то же самое время Радхарани, она служит Кришне, Кришне всегда, все время. Непрерывно. Всем сердцем, всем своим телом, с макушки до кончиков пальцев, всем своим телом она служит Радхарани, всем, что у нее есть, она всегда совершает Кришна Сева. Не только она, также и все гопи, они экспансия, проявление Радхарани. Если Радхарани, и она с помощью тысячи гопи, она также служит Кришне, Кришне, они все явились для того, чтобы служить Шри Кришне, если Радхарани бы не было, то вся эта раса-лила, она бы нарушилась. Радхарани – это единственный источник, единственное вдохновение. Радхарани – это связывающая сила. С помощью которой Кришна, он совершает Расалилу. Если бы Радхарани не было, то вся Расалила, она бы нарушилась, поскольку Радхарани – это буквально связывающая сила всего. Как вы, например, видите, что такой великий, какой-либо великий Садгуру, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Шридхар Махарадж, когда они находятся в храме, мы чувствуем какую-то связывающую силу, как какая-то невидимая сила, она все привлекает нас, вдохновляет и поддерживает все. Когда Будда выходит, то все разрушается. Почему? Поскольку у нас не будет гармонии без него. Кто может дать гармонию? Это Гуру. Радхарани может дать гармонию. Кто-то может спросить Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупад. Можем ли мы думать, что Гурудев Радхарани? Да, почему нет? В итоге, если мы идем, найдем изначальное начало, то мы осознаем, что Гурудев – это Радхарани, и поэтому мы видим, что бесконечные миры, бесконечные дживы, Радхарани, она пытается помочь нам обрести милость Кришны. Но если мы преданы Садгуру, иначе сложно. И вот сейчас вопрос в том, что весь Бхагаватам прямо или косвенно из различных лилы, и все лилы, они... А вот если кто-то спрашивает, например, лила Ришабхадева, какая связь у этой лилы с десятой песней Бхагаватам? Но прямо или косвенно я могу
помочь вам найти связь, чтобы обрести Бабу. Вся эта система с первой по последнюю шлоку, и так прямо или косвенно весь Бхагаватам, он помогает нам, он питает наши сердца для того, чтобы мы осознали, что такое Кришна Сева, что такое Кришна Према. I want to get salary from you, Krishna. Prem dham, no money, no property, nothing. There is a gate in giving back to Chaitanya Mahaprabhu, you see? So Radharani is the binding body. И вот Радхарани — это связывающая сила, и все тело, все спутники, они пытаются служить Шри Кришне наилучшим образом, поскольку вот эта шлока Парамвиджа, это Шри Кришна Санкиртанам, что она означает, что мы все дживат, мы должны быть заняты, должны посвятить нашу жизнь для удовлетворения Шри Кришны. И какова же наша обязанность, какова ваша обязанность? Шрила Прабхупад говорит, что обязанность всех душ, всех живых существ, бесконечных живых существ в этих бесконечных мирах, их единственная обязанность — служить Шри Кришне всем своим сердцем. Служить Кришне. Радха Кришна, они не отличны друг от друга. И вот вопрос возникает. Радхарани не получает вдохновения, точнее, удовлетворения. Почему? Но она все время служит Кришне всеми своими органами чувств. Люди из Южной Индии не могут понять, как это возможно — служить Кришне нижней частью тела, верхней частью ума, руками еще куда ни шло, а нижней части тела. Как мы можем занять служение? И Шрила Прабхупад говорит, что они глупы, они не могут понять этого. Преданные, которые хотят служить Кришне всем телом, они просто половина тела. А вот люди из Южной Индии, они не могут понять этого. И их осознание Господа только до... Они находятся на Айшваре Бхаве, только до Лакшми Нарайна. И Шрила Прабхупад говорит, например, если вы заходите в храм, установленный Расик Махаджанам, то вы должны Кришна Севу совершать. И вот Шрила Прабхупад говорит, кому вы будете поклоняться? Радха Говинде. Ну, поклонялись ли вы на самом деле? Поскольку такие люди, которые на Айшваре Марге находятся, они, несмотря на то, что в храме может быть Радха Говинда, но они все равно Лакшми Нарайне поклоняются. То есть они как бы Радха Говинде поклоняются, но их умонастроение как при поклонении Лакшми Нарайне. И только тогда, когда у нас нету, не будет. Точнее, если мы, пока мы не превзойдем Айшварью, то мы не сможем поклоняться Шри Кришне. А как можем поклоняться Радхарани, если мы не можем даже Кришне поклоняться? Что Рупа Госвами Пад хотел донести до нас? Вот эти слова.
Вот это слово «анукулина», «ануку», это Радхарани, она самая, она эксперт, она знает все, как служить Шри Кришне наилучшим образом. И вот, смотрите, Анукулина, и вот эти слова значат, что под руководством Радхарани мы должны принять прибежище у Радхарани, иначе как мы можем совершать Анукула Бхакти? Как мы можем делать то, что нравится Шри Кришне? И так различными путями мы можем объяснить, что без помощи Радхарани мы не можем даже на сантиметр продвинуться в духовной жизни. Мы должны молиться и плакать, и просить ее милость. И вот сейчас вопрос в том, что сегодня день явления Радхарани. Да, сегодня день явления Радхарани, и если лотосные стопы Радхарани не явились бы в моем сердце, то как я могу говорить Харикатху? И вот сегодня мы отмечаем день явления Шримати Радхарани. Но знаем ли мы, что Радхарани явилась 15 дней до явления Шри Кришны? Но это так, на сегодня день явления Радхарани. Но я уже сказал, вы можете вспомнить, что Джанмаштами – это явление день явления Радхарани также, да. Это также день сокровенный, скрытый день явления Радхарани, а сегодня открытый день явления. И как это возможно? И Радхарани, она явилась через год после рождения Шри Кришны. Кто-то говорит через 15 дней, но в Писании говорится, что я могу документальное свидетельство показать, что Радхарани явилась через год, ровно через год, как Кришна явился. Единственная разница — месяц Бадры. Вот этот месяц Бадры называется. Кришна Пакха. Кришна явился, а Радхарани в Шукла Пакху родилась, то есть в полнолуние. Когда Радхарани явилась перед нами, Падмаджа, это слово Падмаджа значит родившийся из лотоса. И вот смотрите, Падмаджа, один год после того, как Радхарани явилась из Гакула, то Нанда Махарадж и Яшода Маха, все они пришли, чтобы получить даршан Радхарани. Где? Very beautiful, so beautiful. We cannot in the 14 world, и вот когда она явилась, она была очень прекрасна, но проблема была, что глаза закрыты у нее были. И вот Ришабхана Махарадж, он переживал. И вот он сказал Яшоде, и они пришли вместе с Кришной, получили даршан Радхарани, и Кришна, когда он был там, то никто не видел, но когда Кришна пошел в то место, где лежал Радхарани в колыбели, то Кришна пришел к Радхарани, чтобы прикоснуться к ней, и Радхарани открыла глаза, чтобы увидеть своего Господа Прананатха Кришну. Радхарани, она хотела видеть Кришну всегда, все время. Это даршан Парамахамса. Радхарани, она лучшая из Парамахамс. Вот эти слова говорятся не
И вот когда Кришна прикоснулся к ней, Радхарани поняла, что это ее Прананатхи пришел к ней. И Радхарани открыла глаза, и первое, и она увидела Кришну. И эти глаза Кришны и Радхарани, они смотрели друг на друга. Then after that actually, he can remember also Gargamuni also. И вот потом Гаргамуни он предсказал, that your daughter, что твоя дочь, is the eternal, она вечная жена вечной Шакти, Верховного Господа. И вот в Гаргамуне, в Гаргасамхите, он там описывается, он сказал, что она может буквально купить Кришну своими качествами. Все привлечены качествами Кришны. Но сам Кришна, он привлечен качествами Радхарани. И кто может прославить Радхарани? Брахма, Шанкар, Анантадев, они не могут найти конца славе Шримати Радхарани. Что говорить об Анантадеве? Даже сам Шри Кришна говорит, я не могу полностью прославить Радхарани. Кришна говорит только в Радхаране, я могу найти великолепные качества, которые привлекают меня подобно магниту, привлекающему железо. И когда мы можем обнаружить Кришну вместе с Радхарани, если мы, кто-то поклоняется Кришне без Радхарани, то это поклонение не одобряется нами. Гуру-варга никогда не одобряется такое поклонение. Рагунатха Дас Госвами, он Праджнататвачарья, он говорит нам, если Кришна позовет меня, но я не пойду за ним. То есть, если нет Радхарани вместе с ним, я не буду следовать ему. Кто-то может сказать, что Кришна, он там в Двараке. Можно, но я не пойду туда. Но если я узнаю, что Радхарани, она идет на Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной, то тогда даже без приглашения я пойду туда. И как? Поскольку я очень быстро пойду туда, так быстро, быстрее ветра, быстрее мои мысли даже. И вот Рагунатха Дас Госвами говорит, что если я узнаю, что Радхарани идет на Курукшетру, я буду там быстрее мысли. И даже если Кришна, он позовет меня, если он будет без Радхарани, то я не пойду к нему. Но если Радхарани, моя госпожа, она отправит меня для служения Кришне, то я пойду, а без ее руководства нет. Кто поверит Кришне, поскольку Кришна, он обманщик, мы не можем поверить Кришне. Мы верим Радхарани. Радхарани, она очень простосердечная. Она подобна ребенку. Ее сердце настолько просто. Она лучше из Парамахамс. И вот как я могу сказать, что явление Радхарани уже было. Мы уже соблюдали в день Кришна Джанмаштами. Мы уже сказали, что Кришна, он не может быть разделен с Рупа Шакти.
И поэтому, когда Кришна явился, то есть его сварупа-шакти, она тоже явилась, но одно мы не смогли обнаружить, поскольку от сварупа-шакти Кришна не может быть отделенной, поэтому, естественно, когда Кришна является, то его сварупа-шакти тоже там, но одно, но мы не могли видеть этого. Но гопи, они в Гопи-гите говорят такие слова. Джанмана Браджо, значит, твоим рождением в Раджадаме, когда ты являешься, мы находим некое великолепие, вся природа, вода и обстановка, они принимают какую-то трансцендентную форму. Мы смотрим и видим, что какой-то особый день от Якам. И то твоим явлением Враджадама, она великолепна. Но сегодня мы видим какое-то особое великолепие, подобно тому, как Кришна, как вся природа для того, чтобы служить Кришне, она улучшилась. Janmanabrajo Sratha Indira Sashadatrahi. As if Indira. Indira means Lakshmi. Индира значит Лакшми. Indira means... Но здесь Индира значит все источники Лакшми Радхарани. All the sources are here. Here Indira means здесь Индира не только Лакшми значит, а все источники Лакшми. Это Радхарани. Источник Лакшми. Атра значит здесь, во Враджадаме мы находим это великолепие, подобно тому, как Лакшми Радхарани, она украсила все для того, чтобы выразить почтение явлению Шри Кришны во Враджадаме. Я не говорю, это те гопи, они дают такое указание, что Радхарани уже явилась в Джанмаштами Титхи. Единственное, что мы не смогли осознать это. И сегодня, чтобы выразить должное почтение Джанмаштами и доказать, что она физически явилась, она явилась в этот день, чтобы служить Кришне, чтобы совершать Враджалилы. И Чила Прабхупад говорит, что те, кто служит Кришне в различных расах, те, кто служит Кришне в различных 5 расах, может быть, в Мадхурасе. Шанта Даси, Сакхи Ватсали. И эти 4 расы, они также прямо или косвенно, они дают какое-то улучшение Мадхуре расе. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто следует Кришне, те, кто служит Кришне, они должны быть очень внимательны, поскольку Айшварья, знанием, мы не можем служить Кришне, мы должны принять прибежище у Мадхуре Бхавы. И вот Айшварья Гьяна, весь мир, прямо или косвенно, они очарованы. Они думают о славе Кришны, они думают о славе Кришны, о его богатстве. И они не могут избавиться от этого чувства. Айшварья. Айшварья.
Чайтанья Махапрабху дает наставление Айшварья Гьяна, те, кто... То есть многие они, у них есть это чувство Айшварья Гьяна, то есть чувство благоговения перед Кришной, чувство его бесконечного богатства. И вот если кто-то имеет такое чувство, нельзя служить Кришне на более возвышенных уровнях. И вот трансцендентный Апракрита Камадев, ему можно поклоняться только Камбиджам и Камагайтри. Шри Чайтанья Махапрабху сказал это. Мы должны поднять, кто такой Апракрита Камадев. Если мы осознаем, кто такая Радхарани, то и как мы можем осознать Радхарани? И это наставление Прабхупады Сарасвати. Вот такие слова он говорит. If you try to understand open neutral limb, or try to understand the points of your soul, man, you are misled by somebody who not giving you proper guidance. You are misled, just going to hell. You cannot understand. Это наставление всей Рупануга Гурваги. Я уже сказал, Санатан Гасай, он сам говорит, что я Рупануга. Сам Санатан Гасвами, он Гурудев Рупа Гасвами. Он говорит, что я Рупануга. Что говорите о нас с вами? Если мы хотим стать Гаудия преданным, если мы достаточно удачливы, и вот и день и ночь мы должны плакать из-за того, что мы не получаем общение с Шрилой Прабхупадой и Бхактиван Такуром, что говорить о Радхаране. Мы очень удачливы. Если в этой жизни мы не сможем стать успешными, то тогда мы вообще не сможем стать успешными. Почему я так говорю? Поскольку эта жизнь, по крайней мере, мы можем получить надежду следовать Шри Прабхупаде, Шри Бхактивинода Такура. Только Шри Прабхупад ушел. Шри Прабхупад, он мой Прам Гурудев. Нам должно быть стыдно. Шри Прабхупад, он наш Прам Гурудев. И как мы несли Камала Манджари Бхактивинода Такура, у нас есть возможность следовать ему. Если Чайтанья Махапрабху только ушел, 500 лет всего прошло. Когда мы бываем в Гамбхире Мандире, если у нас есть сердце, то мы будем плакать, видя, что это то место, где Шри Чайтанья Махапрабху плакал день и ночь, являя эту бхаву. У нее было огромное чувство разлуки. И день и ночь Чайтанья Махапрабху плакал. И если мы сможем понять и обрести милость Чайтанья Махапрабху, то тогда и только тогда мы можем понять славу Радхарани. По милости Гурудева мы сначала получим милость Нитянанды. И потом у нас будет возможность, надежда. Когда мы обретаем садгуру, это тоже по милости Нитянанды происходит. И после того, как мы обрели гуру, мы начинаем совершать баджан. Это тоже милость Нитянанды. И все время без Нитянанды нет никакого пути. И после этого мы можем обрести милость Гурварги и милость Нитянанды, и тогда мы можем получить милость Гуранги Махапрабху. И тогда мы можем понять бесчисленную славу Радхарани, иначе
мы можем, будем, и вот Шрила Прабхупад говорит, если мы не привлечены мадхурасой, это последнее наставление Шрилы Прабхупады, если мы не привлечены мадхурасой, то тогда будьте уверены, что материальная мадхураса, она захватит нас. Если мы не привлечены трансцендентной мадхурой расой, то сегодня или завтра материальная мадхура раса, она захватит нас. И вот поэтому мы должны обрести эту надежду. Но не нужно спрыгнуть. Мы должны совершать баджан и стремиться к этому. Если у нас баджан совершенен, то мы достигнем совершенного результата. И нет сомнений, что это наивысшая цель нашей жизни – обрести милость своего Шакти Радхарани. И мы должны молиться Гуранге Махапрабху, чтобы обрести ее милость, поскольку Гуранга, он и есть Радхарани. У нас есть особая надежда, поскольку если мы отправимся в Раджа-дхарму и совершим какую-то ошибку, то Радхарани никогда не простит нас, поскольку Радхарани, она никогда не позволит нам совершать никакую ошибку в служении Кришне. Радхарани не сможет потерпеть, что если мы совершим какую-то ошибку, какое-то оскорбление на пути нашего баджана, это Враджа-дхарма, это место, наивысшее место расы. Это Враджа-дхарма. И там, но то же, та же самое Радхарани, когда Кришна явился в форме Радхарани, то Бхактивинода Тхакур говорит, когда мы говорим о Радхе Кришне, может быть, мы не сможем получить ответа, поскольку мы недостаточно зрелы, недостаточно достойны, чтобы наш зов он достиг Кришны. А Шрила Прабхупад говорит, когда мы повторяем святые имена, вот эту махамантру. То тогда каждый звук имени, как, например, я зову кого-то, мы когда слышим его, то смотрим, кто нас зовет. И так, если мы по-настоящему зовем Кришну, то Кришна обернется посмотреть, кто зовет его. Мы должны воспевать Харинам, это очень важно. Харинам — это наша садхана, он также садхья. Он наш путь, и он наша цель. Через Харинам мы можем обрести надежду совершать баджан. И через Харинам мы можем обнаружить все. Вриндаван и все лилы. И так, такой секрет. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, если мы зовем Радхарани, о Нитай, о Гуранга, как Шринада Госвами Махарадж, последнее время, когда он ушел из этого материального мира, он день и ночь плакал, он звал Нитянаду и Гурангу весь день и ночь, он плакал. Если за записи можно послушать последний его харикатху, и то, как он звал Верховного Господа. И вот Шридхар Махарадж, он взывал к именам Гуранги и Нитянанды. Шридхардев Гусай Махарадж. И Шрила Прабхупада говорит, и Бхактивинода Тхакур говорит, если вы будете звать Гурангу и Нитянанду, то тогда, если вы даже будучи в обусловленном состоянии с анардхами, то все равно вы сможете помочь получить божественную помощь от Нитянанды и Гуранги, поскольку это причина, ради которой явились Нитянанда и Гуранга. Как с помощью анардхи, мы, как имея анардхи в нашем сердце, мы можем
повторять имена Верховного Господа. Можем, но имена Нитьянанды и Гауранги. Если у нас есть какие-то анархии в нашем сердце, то все равно мы должны звать Нитьянанду и Гаурангу. И тогда вскоре наше настроение служения, если мы поглощены служением, то сегодня или завтра, то вы получите милость Радхарани. Радхарани благословит вас, поскольку Гуру Крипа значит, что значит Гуру Крипа по милости. Это Гуру Крипа, это тоже милость Радхарани. Сварупшакти Крипа. Гуру Крипа, это также Сварупшакти Крипа. Но что я хочу сказать, полная Гуру Крипа, значит, милость Радхарани. Это мы должны думать об этом снова и снова. И когда Кришна находится Радхарани перед нами, то я уже сказал, когда мы можем сказать о Кришне как о Мадана Махане, только тогда, когда Радхарани вместе с ним, когда Радхарани нету, то тогда он, то тогда ты, если Радхарани нету, то ты принимаешь другую форму. О Радхарани, Джайдев Госвами, когда к нему пришла эта шлока, что Кришна молит Радхарани поместить ее лотосные стопы к нему на голову, то Джайдев Госвами, он не смог это записать. Но Кришна сказал, нет, ты должен записать, если ты не запишешь, я сам за тебя запишу. И вот когда Джайдев Госвами пошел думать насчет этого, то Кришна явился в форме Джайдева Госвами и сам написал эту шлоку. Вот Джайдев Госвами, он не мог написать эту шлоку, которая говорит, что Кришна просит Радхарани поместить ее стопы к нему на голову, но Кришна взял и за него написал, что я умру без Радхарани, я хочу обрести ее, поместить ее лотосные стопы к себе на голову. И вот эта шлока, с которой я начал, если Кришна, он, Кришна, он видит Радхарани, то он может даже выронить свою флейту. И вот, вот Махараджа объясняет то, что даже как Кришна, если увидит Радхарани, даже корона с него падает, флейта выпадает, он не может ничего говорить, он чувствует. И это такое великолепие Радхарани. И мы молимся Радхарани бесчисленное число времени. Может быть, мы недостойны молиться тебе, но мы надеемся, поскольку в нашей наставнической преемственности мы видим Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж, Шрила Чидарда Госвами Махарадж, Шрила Кешав Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Шрила Бхактиван Такур. Шрила Гуру Кишава Дас Бабаджи Махараджи, поэтому мы молимся тебе, иначе как я могу говорить как Рагунат Дас Госвами, только Рагунат Дас Госвами может говорить так. И вот Рагунат Дас Госвами плачет и говорит такие слова.
И мы должны чувствовать это сердцем. Не какая-то сухая философия, а чувство должно быть. Я не говорю, никогда не говорю какой-то сухой философии, поэтому никто не хочет слушать меня. Почему? Я говорю то чувство, которое дал мне Гурудев и Шрила Прабхупад, но далеко не все могут принять это чувство.